немножко посылок с интернет-магазинов AliExpress, и уже пришли первые посылки с магазина Jum. Сейчас распакуем и посмотрим, что было. Берем первую посылочку, берем наш ножичек. Ой, извините, это, наверное, большой, не подойдет на эту посылочку. Берем поменьше ножичек, собираем и смотрим, что внутри. Так, посылочка такая маленькая, тоненькая. Сейчас мы увидим, что в этой посылке. Так, открываем. Я, если честно, даже не помню, что это может быть. О, это блокнотик. Я такой заказал блокнотик маленький для записи, чтобы сюда записывать разные записи по каналу, там может некоторые заметки. Эта посылочка уже из магазина Jum. Вот мне просто не терпится посмотреть, что нам Jum прислал. Так, здесь открыть, чтобы не повредить, посмотреть, что внутри. Вот. А внутри вот такие сережки Jum прислал. Цены вверху будут на все товары, ссылочки тоже в описании, в начале комментарий. Ну вот, посмотрите, вот такие сережки, такие бантики, такие синие квадратные камушки, вот видите, такие интересные. И это сзади. Красиво, так интересно смотрятся такие квадратные камушки. Эту посылочку. Это здесь больше ничего нет. Что так замотано. И здесь упаковано антистрессом. Хорошо. Это такой брелок, который называется вечная спичка. Посмотрите, такой брелочек так откручивается, и вот, и оно должно гореть. Сюда заливается бензин для зажигалок. Вот. И вот когда так с собой носить, надо там где-то костер подпалить или еще. Вот так оно откручивается и вот так проводится, и оно должно гореть. Но у меня сейчас нет этого бензина. Ну, заправлю так, и ну, интересно. И штучка такая с собой носить. Можно в качестве брелка, можно вообще для похода, ну, чтобы костер разжечь. Такая интересная штучка. Так что вот такой интересный брелок. Сейчас попробуем, может, поджечь. Видите? Ссылочка пришла вот такой упаковки, но я уже догадываюсь, что это, потому что Турция, у меня с Турции одна посылочка только идет. Сейчас мы посмотрим, открываем. Да, это такой браслет в стиле миланская петля для Mi Band. Стёжки, вот такое. Красивый такой цвет. Это будет подарок жене. Вот, поменяет себе браслет, будет с этим ходить. Видите, здесь такая почти прозрачная миланская петля. Это плетение так называется, он металлический.
Сейчас попробую. Но я сейчас свой вставлю. Посмотрим, как он выглядит с Mi Band. Так, вот вытащил свою капсулку. Ставится он так сверху. Оп. Вставляется быстро. Вот, посмотрите, как он выглядит. Вот видите. Ну, сейчас попробую надеть на свою руку, как он смотрится. Надевается он вообще удобно. Вот, магнитиком. И все. Вот так он смотрится. Вот такой браслетик. Тоже ссылочку на него я оставлю внизу. Там есть разные цвета, под серебро, под золото, разные там. Красное, золото, там разные есть цветы. Радужные цвета есть. Такой, ну, в общем, посмотрите по ссылочке. Вот такой браслетик. Ну, а мы открываем дальше наши посылочки. Следующая посылочка вот такой упаковочки. Смотрим, что здесь. А здесь внутри вот такая силиконовая мочалка для мытья посуды, такая мягенькая. Посмотрите, вот такой она, такой материалчик. Вот. Видите? Такая на ощупь интересная. И вот, чтобы мыть посуду, такая силиконовая мочалочка. У них там на сайте рандомных цветов разные, там красные, вот там пишешь, и они на свое усмотрение высылают. Может, желтую, красную, там зеленую, или можете выбрать, какой цвет вам нравится. Но я выбрал вот такую голубенькую. Вот, тоже интересно для мытья посуды. Вот, так что тоже посмотрите. Вот такая находочка на AliExpress. Следующая посылочка вот такой упаковочки пришла. У нас здесь, а это у нас такие соединители для антенны, для кабеля, вернее, антенны. Вот видите, когда нужно удлинить антенну, чтобы не покупать новый, например, кабель, можно с двух кусочков сделать одну. Вот, я такие заказал. У меня такой здесь. Такой здесь соединять кабели для спутниковой, для Т2 антенны. И здесь в комплекте их 10 штук. Вот такие они. Мне они пригодятся, они стоят недорого. Ну а интересно. Вот такой товарчик. Интересная штучка. У нас они немножко дороже стоят. Здесь цену я вверху здесь напишу, посмотрите. Пусть лежат, не помешают, кого много кусочков кабеля соединить. Очень пригодится в хозяйстве. Хорошая вещь. Так, берем открывать следующую упаковочку. Тоже в такой упаковке пришла. Что это у нас такое? Это такая штучка, чтобы клеить, ну, вернее, пакеты склеивать между собой. Она должна быть электрическая. Вот посмотрите, есть такие контакты, и вот так клеится. Здесь, наверное, батарейки надо ставить. Да, она так открывается. Ставится батарейки, и вот так склеивать пакет, если где-то что-нибудь открыть, или надо там чипсы, сухарики, и чтобы закрывать не портится, ставится батарейки, и так оно греет. Склеивать, такая штучка. К сожалению, на данный момент не нашел батареек таких больших, у меня только маленькие мизинчики, а вот сюда не стоит. Ну, это вот такой интересный степлер для пакетов. Вот эта кнопочка нажимается,
всегда ложится пакетик, и оно спаивается. Это проводить, и можно посклеивать там пакеты с чипсов, с макаронок. Еще интересная особенность, здесь вот такой магнитик, его можно цеплять на холодильник, он так всегда будет под рукой. Снять. Так, эту штучку, здесь крышечка такая, чтобы случайно не замыкалась. Вот такой маленький удобный степлер для пакетика. Вот. Открываем следующую посылочку. Такая она объемная, большая. Сейчас посмотрим, что здесь внутри этой посылочки. Так, здесь что-то упаковано. А, уже вижу. Это такие мочалки тоже для мытья посуды. Набор такой, 4 штуки, такие мягкие. Вот, такая фиолетовая, желтенькая. И вот синяя. Такие они немножко жестковатые. Набор 4 штуки. Для кухни. Вот видите, металлические разные кастрюли мыть, сковородки, стаканы. Не сильно дорогие, но такие вот интересные мочалочки, такие красивые, блестящие, видите. Вот. Что? На кухне будет хорошим помощником эти мочалочки, пригодятся. Так что вот так. Вот такое сегодня было видео. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. А там идут еще посылочки. Так что подождем, распакуем дальше. А пока, всем пока-пока, до следующего видео.